четверг. В Самарской области пасмурно, с прояснениями, пройдет снег. Днем -2, -4 градуса, ночью 5-7 ниже нуля. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. В Сызрани на небе тучи, снег. В светлое время суток -2. В темное -7 градусов. Северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде снега, днем -3, ночью 6 ниже нуля, северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет снег, днем -3, ночью 7 градусов с минусом, юго-западный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное, 732 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 87%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.